Привет, друзья, с вами Ваймс, и это новый Ferris Offline 2. Были интересные новости про апдейты, DLC и все тому подобное. Типа, в марте будет апдейт с новым персонажем и новым боссом и еще всяким хламом. И потом в конце года будет, ну, следующего года, будет платная DLC. Еще с дохрена всего. Но это все еще не скоро, а мы продолжаем что-то делать. И я хочу сегодня поиграть немножко с управлением и понаркоманить с билдами. И я не уверен, за кого я хочу поиграть. Наверное, я не особенно хочу играть на Мансуне и открывать новые скины. И вместо этого... Ну, как минимум, вместо этого я хочу открывать артефакты. Но я, тем не менее, все равно пойду на Мансуне. Просто не буду открывать новые скины, потому что я пойду за мультом. Пока что. И план у меня в данный момент, наверное, на первый ран, это собрать билд с куклами. Я, в принципе, немножко ими и так пользовался активно в некоторых ранах, но я хочу прям совсем в них забилдиться. То есть это кукла, которая прокает мои эффекты при убийстве. И пачки виспов, пачки всяких... что там еще с этим работает? Бензинов, кинжалов. Я не уверен, какие у меня еще есть эффекты при убийстве. Но посмотрим. А спавн рядом с большим сундуком сразу, это неплохо. Я попробую вот этот стаб. С этой ракетницей плюс рельсой. Не уверен, насколько это эффективно. Заказы будут? Не знаю. Нет, так неинтересно. Это меня дамажит? Нет. Хорошо. Ладно. Первый предмет зеленый. Ну, если так, то берем виспов. Виспов, батарейки. Жест утопленника. И все такое. Лучший сетап — это две пилы. Почему-то я сомневаюсь. Врор, есть прогресс бар анлоков или что-нибудь типа того, на сколько процентов игра пройдена? Есть ачивки в стиме, которые, как бы, тут все анлоки за ачивки вроде бы. Так что можно так смотреть. Но я не уверен, на сколько процентов игра пройдена. Смотреть мне лень. Но по сути мне осталось довольно мало. Почему они выживают? Ау, почему я так стреляю? Когда я играл так за робота, выстреливаю сразу 4 ракеты и только потом на арматуру менял. Может быть, это вариант? Они все 4? Да, они все 4 восстанавливаются. Так что да, это явный вариант. Если бы они заряжались чуть быстрее, допустим, если бы их было 2, но перезарядка в секунду, то можно было бы расстрелять 2, переключиться, выстрелить, переключиться обратно, и они были бы заряжены. Ну хотя они и так заряжены. Угу, они и так заряжены. Окей, тогда вообще хорошо. Ты пробовал 2 рельсы? Да. И это вполне хорошо. И эффективно. Там еще эклипс есть, если мало. Да, кстати, эклипс тоже есть. Но он ни в какие ачивки не засчитывается. Ни в какой прогресс не идет. Я думаю, мне нужно больше виспов. Красный предмет. Проблема в том, что я не уверен, что именно мне брать красным. Ну хотя кинжалы. Они прокают при убийстве, они будут прокать из... Ну вообще, не-не-не, вот это, естественно, очевидно. Медведи, очевидно же, не. Медведи явно нет.
Ну да, в общем, пытаемся собрать ран с куклами, и заодно пытаемся собрать коды артефактов, которых у меня нет. На этом уровне я уже находил коды артефактов, так что на этом уровне мне ничего не нужно в этом плане. Но мне нужен активный предмет. Также вон тот большой сундук тоже не помешает. Ну ладно, против виспов ракеты не очень эффективны. Ок. Наверное, я сразу активирую телепорт. Висп от моего ведь урона скейлится, а не от врагов. В том плане, что враги взрываются не на процент своего хп, а на какой-то процент моего базового урона. Вроде так отработало. Боссовский предмет, блин. Я бы предпочел просто зеленый. Будет бьют проволокой и армором? Да. Наверное. А и что мне тут брать вообще? Я не уверен. Наверное, такое для выживаемости. Ну я все-таки еще обыщу уровень и пособираю всякие вещи. Может быть, я зря, кстати, выбрал этого персонажа? Потому что мне придется две активки искать одинаковых. Но с другой стороны, у них отдельный кулдаун вроде бы будет. Но как-то ни одного активного предмета на этом уровне нет. Круто. Разве что в том кусте. Тут вроде тоже не видно. Ок. И это акведук, и тут я вряд ли смогу код артефакта получить. Вау, два лунар предмета. Ну, очевидно. Да блин, почему они не берутся? Ну хотя понятно, потому что они лунеры. Потому что их не всегда хочется брать.
Я бы хотел иногда попадать в врагов. Но с этим как-то плохо. Я пока что буду стакать скорость на белых предметах. А потом, наверное, медведей. Кстати, насчет билдов колючей проволоки и броню. А как медведи с этим работают? Потому что я не помню. Типа, если я блокирую урон медведям, то колючка будет прокать или нет? Надо бота выключить, чтобы он не спамил про киберпанк. Секунду. Так. Может быть, его можно настроить, чтобы он спамил про киберпанк, только когда на стриме киберпанк. Так. Но я не разбирался. Во, должен перестать. Окей. Ну ладно. Тут есть 3 лунар предмета на одном уровне, немноговато. Возможно, надо было взять один на радиус телепорта. Не уверен, но кристаллы на мели урон увеличивает дамаг от ТКРФ по тебе. Это интересно. Я меткий. Все еще не разблокировал последний лунный предмет. Ну да. Это нужно Митрикса на Мансуне убивать. Ух ты, так. Стоп, оно, блин, было нажатым изначально. Идет. Нет. Ладно. Потом разберусь, может быть. Можно мне все-таки где-нибудь активку? Нет, красный предмет это не активка. Видимо, меня. Активок не существует. Нафиг эта кнопка с командой? За кодом от артефакта? Ну и плюс 2 зеленых предмета тоже не помешают. Но опять же, этот билд не получится, если я не найду ни одного активного предмета. Я пока что за 2 уровня не нашел ни одного активного предмета. А мне надо 2. Какого хрена? Возможно, после следующего уровня будет рестарт. Ну или до следующего уровня, если меня убьют. Потому что ДПС у меня не очень много. Хотя у меня есть хилищий дрон, шишка и все такое.
даже шрайнов не было, из которых тоже активки могут вываливаться. Потому что из обычных сундуков они не могут. Ладно. Скорее всего, сотню раз спрашивали, но когда 4К видео на канале? Никогда. Во-первых, у меня нет 4К монитора. Во-вторых, у меня нет видеокарты, которая способна была бы 4К выдавать. В-третьих, если бы у меня была видеокарта, которая способна 4К выдавать, то я выдавал бы все равно не 4К, а вместо этого там 100, 144 FPS. Потому что это, мне кажется, значительно лучше в плане приятности картинки. А в-четвертых, хрен его знает. На самом деле, я бы выкладывал видео в не 4К, а 1440p. Или как оно работает, в общем. 2,5 на 1440. Может быть, даже я бы апскейлил просто свои видео из 1080 1440, потому что в таком случае они на YouTube значительно лучше выглядят. Но проблема в том, что тогда я стримы буду выкладывать не на следующий день после того, как я постримил, а там через 3 дня, потому что оно будет рендериться 2 суток. И тогда мне нужен еще один комп, чтобы все это рендерить. Вообще, на самом деле, я неправильно сделал. Потому что 3 жеста утопленника, это слишком часто будут эти куклы кидаться, потому что их кукол самих может быть только 3 на локации. Потом они исчезают, если четвертую кидаешь. Лучше сделать шикарно 1080, чем говно, но в 4К. Ну, как бы... Тут фигня еще в том, что у Ютуба компрессия в 1080 абсолютно ужасная. То есть просто тупо, если взять видос 1080, заапскейлить его до большего разрешения и залить в таком варианте на YouTube, он будет выглядеть значительно лучше. Ладно. А можно стакнуть немножко прыжков и пойти забрать код артефакта там? Я его видел на стриме когда-то. Но не скринил. Но в любом случае двойных прыжков стоит какое-то количество взять. И еще бензин. А хочу ли я на базар? На самом деле не очень. Разве что ради выбора уровня. Но у меня всего 19 лунеров, так что я, наверное, не хочу. Так. Еще бензин. Ну, вроде мобов неплохо убивает. Возьми хоть парочку зубов, состояния нет? Наверное, план.
Где вообще телепорт? Видимо, где-то здесь. А, зубы белые же, правильно? Во, они сразу начинают действовать. Я почему-то думал, что мне нужно будет новые куклы кидать, чтобы предмет на них начинали работать. Но, видимо, нет. Вау. Не вау. Я подумал, тут три сундука. Но это просто этот уровень. И все-таки... А, там телепорт вижу. Может быть, я даже его видел до этого. Там сундук не открытый. Владыка бесов, телепортируйся сюда, тут есть куклы. Неплохо, но чуть слабовато. Нужно больше. Ага, предмет с него туда упал. Да, блин. Возьму одну такую штуку. На куклу потянул после вчерашнего стрима Киберпанка, ничего не скажу. Черепа еще пару дебафов помог для больше. Висп прокает вещи. В том плане, что если я настакаю кинжалов, то висп будет вешать блиды всякие, измедления. Я думаю, мне нужно еще немножко скорости. О, лундер. Лундер мне тоже нужен. Посмотрим. Ну не, я туда не заберусь так. Ладно, когда-нибудь в другой раз. Давай, давай, надеемся, опять будешь смотреть? Смотреть, да, наверное. Проходить не уверен. Ладно. Возьми при случае бусы. Как минимум на боссе там тоже код. Кстати, да. Он сейчас взорвется. Но хотя нет, не успеет. Отлично. И там еще один. Менее отлично. Надо... Надо во второй слот не куклу, а что-нибудь другое. И переключаться, чтобы не кидать куклы.
Этот код у меня уже заскринен. Немножко выживаемости. Бензина особо много стакать не нужно, потому что у него растет от стаков не урон, а время. Время действия. Ну, урон это, конечно, тоже влияет. Но все равно это не так круто, как стакать виспов, которые все ваншотить будут. Может взять дронов на активку? Не. Капаситор, наверное, лучший вариант. Короче, я возьму кинжал, посмотрю, будут ли вешаться блины врагов. И это. И... Хрен его знает что. Наверное, энергетик один не помешает. Тогда не мелочи себе реприонов, слишком большой кулдаун. Ну все-таки я, наверное, до 10 бензин буду брать, чтобы радиус просто был. Больше врагов и более убиваемых. И менее летающих. Какой у тебя был самый длинный ран? Не помню. Который был на прошлом стриме закрыто, может быть. Что, красный возьмешь? Наверное, кинжалы. Они же будут прокать этих. Я все еще не видел. Ну не, блин, накладываются, замедление тоже, так что. Так что все норм, кроме того, что мне нужен еще один. Не, тогда я красно возьму молот. Чтобы больше дебафов стакать. Сколько у меня уже? 8 как раз. Во, 10. И больше бензин можно не брать. А, я пытался прыгнуть, но вторанился в медузу. Виспы вообще будут гнезда ломать. Потому что я бегаю по карте, но ничего не происходит особо. Я не мечтаю об отдаленном жужжании. Радар сканер. Круто. Записи в окружении. А, не, мечтаю. Но тогда почему я еще их все не сломал? А. Какой ужасный шифт у мульта. Возможно, худший в игре. Итоги года запилил, нет еще. В процессе? О.
Почему она не кидается? Класс, куклы при этом еще и перезаряжают капаситор. А. Можно мне снять хилки? Можно меня так не подбрасывать? О. И молот. Диск еще можно взять, и он будет заряжаться от кукол. Но не знаю. Магмовый червь 2. Если бы они были не за стенами постоянно, то их уже давно было бы 0. А так 0 только сейчас. Почему-то куклы все равно не кидаются какое-то время. То есть, видимо, оно считает, что, типа, оно не кидает, если одна из них исчезнет или что. Потому что они заряжаются и висят. У них просто есть свой не снимаемый кулдаун, ее добавили как-то патчем. Потому что можно было в такой комби всю карту скидывать. Не знаю. По-моему, если я руками жму Q, то оно кидается все равно. Типа вот они три кинулись, четвертый не кидается, но я руками... А, не, руками я тоже не могу кинуть. То есть оно так работает. Потому что я думал, что... Их можно кинуть три, если четвертую кинуть, то первый исчезает. Но не, их можно кинуть три, и четвертую нельзя кинуть, пока первая не исчезнет. Это как-то сильно хуже. Еще больше скорости. Слегка жаль, что у вас лидеры топов такие предсказуемые последние 3 года, но как бы... Слегка жаль, что так мало хороших игр выходит. Скорее. Не, ну пока что я беру висп. Мне их не достало. Ну хотя стоп, надо, блин. Следующим зеленым надо не забыть взять череп. Потому что я открыл кучу урона.
Ты не во все хочешь играть? Ну, да, но даже учитывая это... Достаточно хороших игр, чтобы быть лидерами топов, очень мало. Ну типа, что могло бы войти в топ в этом году, во что я не играл? Хейдес разве что, ну и то я в него играл. И он... Спойлер, но он не мог бы быть на первом месте вообще. Вообще ни в каком варианте. Из того, что я видел и... Как бы... В тот момент, когда я в него играл, он мне не настолько понравился, чтобы быть даже там в тройке или даже в пятерке. И насколько я знаю, с тех пор ничего особо не изменилось в плане геймплея. Так что не. Я в него не играл, но я его видел на ютубе, и все, что мне не нравилось, там осталось. Можно меня не отодвигать от того, что я выбираю предмет? Короче, нужно быть больше Саником. Также я пытаюсь это вращать. Хотя, нет разницы. В этом году, да, к сожалению, ничего супер запоминающегося. Не, ну супер запоминающегося хватает. Просто оно все и так в моем топе. Или оно супер запоминающееся не по хорошим причинам. Ну, Рип все живая. Кинжалы. Этот звук их появления. По сути, я прошел ран. Но все-таки надо пару артефактов открыть. По сути, игра с командами это уныло, но... Можно делать наркоманские билды, но проблема наркоманских билдов в том, что они в какой-то момент начинают уничтожать все живое, и дальше им играть неинтересно. Так что условно. Так, ну окей, я понятия не имею, что... Что за артефакт я буду набирать? Может быть, он все заруинит? А, но...
Но. Блин, мои глаза. Сложно набирать артефакт в такой ситуации. Остальное. Круги. Можно пофиксить медицинского дрона и его звук, это эпилептик. А что у него со звуком? И с самим дроном. Ну, артефакт ненависти, это вполне нормально. Так, сейчас у меня нет всяких тоников. Смогу я туда, во-первых, долететь? По-моему, нет. Да, не смогу. Ладно. Я просто хилюсь. А можно какие-нибудь враги будут появляться? Во. Ладно. Надо будет следующим красным предметом медведя взять. На всякий случай. А то у меня все-таки от хилы не очень много. Бомбы, не убивайте меня. Окей, ура. На самом деле я могу долететь за артефактом. Вообще без проблем. Нет, не так. Тут есть активка. И он сейчас даже более читаемый. Чем под кучей всяких тоников. Ладно.
Так. Нет. Блин. Почему у меня такая ужасная управляемость в воздухе? Обычно вроде лучше. Она как-то от персонажа зависит? Нет, не хочу сюда. А, это больше кинжалов, чем мне нужно. Еще отхила. И не знаю, что. Медведи стакать. Блин, а можно меня иногда не на эту локацию спавнить? Потому что отсюда у меня код есть, а с другой нет. Хм. Эффективно. Интересно, насколько этот билд юзабелен против Митрикса? В том плане, что он же по сути ничего мне не сможет активно сделать, когда заберет мои предметы. Он же не прокает эффект при убийстве. А активку он не забирает. Можно пойти тренить на следующем цикле. Ну, в смысле, на этом. И на самом деле, буссы мне не стоит брать. Ну, типа, стоит ради того, чтобы босса там убить и все такое. Но заскринить код на нем я особо не смогу, потому что он умрет. Без моего особого участия. Хотя не знаю, можно ли заскринить код на мертвом боссе. Мертвым нельзя, труп исчезает. Я просто пойду дальше. Не факт, что он умрет, но не знаю, он не особо сложный вроде. А тут я код уже находил. По-моему, даже уже вводил его. Мне, в принципе, нужны оба варианта третьего уровня. Но больше хотелось бы дельту.
сложно. Фига, дамаг. Сложно. Я думаю, мне нужно еще больше выживаемости. Наверное, все-таки на Matrix не хочу. Хотя, мне кажется, этот билд будет вполне эффективен против него. А вместо этого я хочу еще один артефакт открыть и, может быть, на третьем цикле самоубийца. Так что мне все-таки нужен тогда. Нужны бусы, потому что тогда я больше монеток получу. Так что надо искать лунеры и базар. Но уже не на этом уровне. Ну хотя бы там лунер есть. Прямо в верхнем углу. Рип. Bloodborne или Cyberpunk? Ну, Bloodborne более хорошая игра. Ну я не в той... Ну как бы... Я хочу играть в Cyberpunk в данный момент, потому что мне интересно, что там с сюжетом происходит. И мне интересно, насколько... Насколько большим говном он может быть, чем он уже есть, как бы, в плане геймплея. Потому что, видимо, может. Я бы очень хотел играть в Bloodborne, если бы он был на нормальной платформе. Но, увы. Но зато работают они примерно одинаково, в том плане, что и то говно в плане производительности. Из-за этого играть и в то, и в другое дико неприятно. Ладно, хватит мне прыжков. Киберпанк-то пофиксит? Ну, так-то да. Дженсен из Deus Ex или Джонни Сильверхенд из Киберпанка? Дентон из первого Деуса. Сюда хватило, но дальше не факт. Нет, дальше не хватает. Не хватает. Надо больше прыжков. Больше скорости. Надо муху во второй слот, тоже вариант. Надо больше ДПСа. Нифига не вижу, что оно мне дает большую часть времени. Нифига. А можно не делать так? Я хотел активку. Ну, видимо, я стакаю крит до 100%. Чтобы удвоить свой ДПС. А, тут уже был.
На этом уровне опять нет активок. Или что? У меня его есть. Я идиот. Это не то, что мне нужно было выбрать. Ладно. Рип. Что боссы убиваются быстро и дропают боссовские предметы каждый раз. Можно что-нибудь более нормальное? Там что-то. Может быть, активка даже. Не, просто сундук. По крайней мере, лунеры дропаются. По-моему, в начале рана у меня их было меньше. Стоит ли покупать киберпанк? Сейчас нет. Когда-нибудь через полгода, когда там все пофиксят, может быть. Если нравится, как бы, если хочется игру с интересным сюжетом, но не против того, что геймплей там будет абсолютнейшим трэшем. А? Но не сейчас. Так, ну ладно, я попробую тогда прыгнуть. Вроде должно хватить. Нет! О! Блин. Почему этот шифт такое говно? Есть и другие замечательные игры в стилистике киберпанка. Недавний Ghost Runner, например, или шикарный транзистор, если говорить о сюжете. Ну да. Или, например, Deus Ex, который, как киберпанк, только в разы лучше. Мастер акробатики может прыгать с поверхности воды. И все такое. Ну ладно.
Стрим по Обливиону твоя. Я думал, может быть, после Киберпанка постримить Ведьмака, потому что, может быть, на стримах я его пройду. И не усну на середине игры. Но также... Также нет. Блин, надо было... Да, я надо было туда сначала. Чувак, давай ты будешь кончаться? Немножко быстрее. Мне нужно сильно больше виспов на самом деле. А! И кинжалов. И всего остального. Так, ну... Еще кинжал. Чтобы еще лучше все убивать. Я бы на самом деле хотел быть на тех уровнях, на которых у меня не открыты коды. Но с другой стороны, на лавовом уровне вообще есть код? Если да, то я не знаю, где он там. Наверху где-то? А-а-а. Угу. Когда я там в следующий раз буду, посмотрим. Восемь. Наверное, все-таки возьму второй слот. Полет. Просто чтобы можно было при необходимости переключаться и улетать. Самой новой локации нет хода и на Луне у Митрикса. О, крит стопроцентный. Блид тоже. Рип предмет. Хороший сундук. Всегда мечтал.
что-то никто не обсуждал. Вот слышал новость о том, что у Risk of Rain 2 будет еще поддержка на следующий год. Включает какой-то DLC, да? Ну, круто. Круто, но не скоро. Мне нужно 20 липких бомб, чтобы у них был 100% шанс. Поехали. О, скавенджер. Фига, у него пила. Надо не забыть потом залутить все, что из него выпало. Еще один. Чуваки, вас как-то много. Еще и этот паукан. И не один. А, что это было? Эти виспы. Метеориты. А, это метеориты даже, а не виспы. Круто. Идеально. Так. Нет, не убивайте меня, блин. Нужно больше виспов. И медведи, кстати. У меня их как-то маловато. Так, где, блин, телепорт? Я его видео не обратил внимания. А, он на самом верху там. Ага. Это многое объясняет. Может, черепашку взять, брошь? Не-не-не. Ну, хотя, кстати, она же при убийстве. Да. Действительно. При убийстве, в смысле, что она будет прокать от кукол, наверное, надеюсь. Их нужно штук 10 взять, чтобы был эффект какой-то. Потому что у меня хп много. Там разве не в процентах черепашек дает? Нет. 15 хп за убийство или что-то такое. Может, 10. А отваливается оно в процентах от макс хп. Так что... Это намного полезнее, когда у меня 100 хп, чем когда у меня 1800.
Можно мне не боссовский предмет, пожалуйста? Ну, видимо, да, потому что я не думаю, что из медных устройств может выпасть боссовский предмет. Они, правда, улетели куда-то, хрен знает куда. Как ты вообще относишься к тому, что всякие актеры пиарят игры? Нейтрально? Нужно еще после отхива, крит же 100%. На самом деле с топазами отхива хватает. Так что нужно еще виспов. Еще плюс 3. Норм. И... бомбы. Так, я хочу набрать то, что я сейчас на дельце заскринил, так что секунду. Мне нужно открыть этот скрин. А, окей. А, нет. Круг. Круг, треугольник. Не хочу взлетать, игра. Я хочу набрать что-нибудь в центральный слот. О. Нет? Да? Нет? Можно? О. Вроде так. И теперь мне нужно закрыть этот скрин. Если тебе урона не хватает, стоит взять пару ломов. Это все-таки серьезная прибавка урона со всеми скейвами. На самом деле не очень. Потому что... как бы... Я не так много дамажу за один удар. Хотя я довольно много дамажу за один удар. Но прибавка будет не очень большая. Окей. Артефакт трое. В два раза больше мобов. О. Ну это активка. Нет, не о. Я не хотел дрона покупать. Точнее, турель. Тем более. Я хочу немножко денег подкопить, потому что тут сундуки какие-то есть. Но хотя я вроде большую часть уже открыл.
Ну, ужасные звуки, и все сразу рипнулось. Фига. Ладно, испытание роя. Это хорошо. Я думаю, мне нужно немножко больше медведей и немножко больше бомб. Бомбы еще три нужно. Медведей нужно еще бесконечное количество. Кто лучше, Киану Ривз в Киберпанке или Николас Кейдж в Водворне? А Вин Дизель в Арке. Очевидно же. Так, мне срочно нужно найти алтарь. Тут его нет. Это печально. Тут его тоже нет. Это вообще какая-то немножко странная генерация, другая лучше. Ну ладно. Ага. Окей, тут есть. Перегружающий каменный титан. Незаметно. Надо еще бегемота, чтобы все эти кинжалы издавали ужасные звуки просто... Просто находясь на локации. А то как-то недостаточно ужасных звуков. Следующий билд в урон глазам. Я думаю, следующий билд в мазохизм. И садизм. В
Почему тут активка? Стоп, это из элитника активка, это из элитника активка. Да, я теперь горю. Это не помогает. Но все-таки. Круто. Стекло, значит, в следующем ранении не такой мазохизм. Так. Блин, нет. Нет. Ну, рип. Ну ладно. На следующем уровне заберу. Но это был никуда потраченный лунар и не один. Попробую собрать билд на погрузчицу через град взрывов. Это активка, которая сбрасывает все негативные эффекты. Ее фишка в том, что она сбрасывает еще и кулдауны браслетов, что в сочетании активности с несколькими ракушками и батарейками дает возможность активировать браслет с каждой атаки. Я в курсе об этом. Но, наверное, когда-нибудь потом попробую. Когда-нибудь потом, это может быть сегодня, но позже. Блин, мне хочется более быструю зарядку телепорта. Но, увы. Сейчас уже нет смысла на один телепорт ее покупать. Переключить заранее на крылья, да. Может быть, даже вместо крылья взять что-нибудь пассивное. В смысле, совсем пассивное. Типа хил какой-нибудь. Может, крыльями. С крыльями неудобно. А можно она меня не будет обратно переключать само?
Так, ладно. Мне нужно это. И все. Можно выбрать уровень. А, мне, кстати, нужен этот. Гитара в этом билде нет проку, или просто собираешь мемный билд? Просто мемный билд. Наверное, гитара будет работать. Я не уверен, что есть смысл в том плане, что все и так умирает мгновенно. Почти. О, лог. Я не особо успеваю увидеть врагов. Возьмем бывачку хоть одну, ну. Ок. Она даже иногда успевает прокать. Ну, это код артефакта. Я понятия не имею, каким именно образом это код артефакта. Как минимум, я понятия не имею, где у него верх. Ну, заскрини так, например. Поехали. Завершать ран. А можно передо мной не будут появляться камни? Тут код артефакта, но я его, по-моему, первым открыл. И привет, секретный босс. Фига, у него щита. Метеорит. И куда... босс, куда ты ускользил? Вернись.
Почему мешок там? Ну да, на боссе есть код. Но, наверное, его не особо было видно. Также вон там есть лог. Но я не успею до него добежать. Все равно много интересных аналогов. Ок. Ну ладно, поехали за инженера. Наверное, я поставлю... артефакт Роя. В два раза больше мобов, но у них меньше хп. Хотя я не уверен, что это нужно. Тролль с ножками? Не. Как минимум не, потому что я хочу открыть в пустыне дверь. Так что вот так. Блин, опять далекая вершина. Я другой вариант первого уровня не увижу вообще. Точно тот, да. А человек тогда по одному. Ясно. Ладно. А мне нужно вот это. Прям массово. На самом деле, мобильные турели были бы даже еще лучше. Но мне нужно открыть в пустыне дверь. Про количеством целей и дальностью скейлить, тебе всего 5 штук хватит на всю игру? Ну не знаю, мне нужно больше количества целей и дальности. Тут как бы мобов в два раза больше, так что количество целей явно нужно больше, чем обычно. Дальность тоже не помешает. Да блин. Броня нужна. Лунеры нужны. Еще колючка. Еще броня. Также у колючки прок коэффициент 1 вроде бы. Так что она может прокать вещи. Так что нужны всякие вещи, которые можно прокать, и... клевер, чтобы чаще их прокать. 0.5 у нее прок коэффициент. Ну, тоже вариант. Он нормальный. Это важно. Типа не 0.1. С таким билдом нужен был еще третий артефакт на Friendly Fire. Ну, может быть. Ладно, я возьму грибы, потому что... Тролля.
Возьми настойку, чтобы тролли постоянно выпускали проволоку, так я и хочу. В этом и суть. Но я не открыл базар. Ну, где-нибудь на следующем уровне открою или через один. Наверное, так пока что. Там большой сундук, у меня на него нет денег. Ладно. Где вы? Я знаю, что вы существуете, я вас слышу. Фига. Три за сундук. Ну и да, это не пустыня, это немножко печально. Не та локация, где мне нужно быть. Не та локация, ради которой я эти турели брал. Потому что мобильные огребают больше. Они как-то активнее ломятся к врагам. Ракеты. Мне бы хотелось на базар. Но я не уверен, где искать алтарь. Там его нету. Вроде бы. Туда вообще, по-моему, подняться нельзя сейчас. А, не, можно. Тогда там может быть. Или тут может не быть. А, нет, есть. Хорошо. Почему у меня 28 лундеров, если в конце прошлого рана у меня было 23? А, и типа за само завершение рана еще дают? Видимо, да. Неплохо. Упс.
Я не ожидал, что меня настолько продамажит эта медуза. Ладно. Попробуем еще раз. Я думал, сейчас меня медуза задамажит, я всех вокруг убью проволоками, но она меня ваншотнула нахрен. Окей. Но это... Ужасные звуки, во-первых, почему-то. Во-вторых, более удачный вариант первого уровня. Но хреновая его генерация, потому что тут нет кода. Чуваки, дайте денег. Вот что он там стоит? Не дает мне деньги. О, дает. Ок. Ручка. Наверное, можно начать с одной. И потом все остальное дособирать. Также насколько она в целом эффективна? Вроде довольно неплохо. Но нужно много всякого отхива. И брони. И хп. О, двойной босс, это хорошо. Лунер тоже неплохо. Я посмотрю вообще тот угол, потому что там бывает вроде бы алтарь. Ну не, нифига нет. Есть хилищий дрон, и это полезно. Так что, в принципе, не зря пришел. Где еще? Там вроде бы где-то алтарь бывает. Ну или нет. Короче, не попадаю на базар. Ну, можно просто пару предметов взять. Например, грибы. И еще грибы.
И еще грибы. Что-то у вас огонь не дамажит. Класс. Ничего, колючку. И пойду к телепорту уже. Там пара сундуков еще. Так что не пойду к телепорту. Пойду к сундукам. Идеально. Просто идеально. Правильнее было пойти к телепорту и после него вернуться к сундукам, наверное. Ну, хотя деньги у меня и сейчас есть. Я думаю, мне надо 5 грибов хотя бы. Чтоб турели прям комфортно можно было ставить не вплотную друг к другу. Сколько нужно грибов, чтобы турели можно было ставить вот так? И они доставали. Блин, тут вообще не получается сюда запрыгнуть. Видимо, да, ну короче, на телепорте. Видимо, такого количества хватит. Упс. Я тут встаю. Ладно, колючки не нужно больше, потому что сейчас мои турели не доставали до големов, когда... Ну, до титанов. Когда титаны по ним стреляли. Я бы хотел боссовские предметы, кстати. И я бы хотел боссовские предметы виспа, которые взрываются на лоу хп, потому что турели, взрывающиеся на лоу хп, это вполне неплохо. Ну хотя они, наверное, не так часто будут попадать в такую ситуацию, когда у них лоу хп. Ладно. Дадут деньги? Я их убил уже после того, как интерфейс пропал. Не, не дадут. Печаль. И опять это сраные мокрые земли. И сейчас наверх не запрыгнуть. Тут что? Можно ли туда вообще без прыжков подняться? Ну, медузы помогают, но тут ничего. Печально? Ау. Я упал, получил урон от падения и выстрелил колючки во всех. Класс. Надо было за Рекс это собирать, кстати. Ну хотя не знаю. Рекс себя атаками дамажит. И в этом плане он может легко эти колючки триггерить. Инженер может легко триггерить колючки в 3 раза чаще, дамажа свои турели просто.
бутылкой. Типа Зарайкса это можно без бутылки собирать эффективно. Также я не уверен, каким образом мне хилиться. Аптечка не будет работать. Потому что я буду получать урон всегда, если я с бутылкой буду. Ну, конечно, грибы у турели есть. Так что просто стоять в них. А, ну и также криты и... А, криты и серпы. Ну блин, можно мне все-таки алтарь? Там он бывает? Не уверен. Может быть. Класс. Нужно больше виспов. Потому что они довольно слабо стреляют. И они попадают. В отличие от остальных врагов. Поджог. Ну, тут еще может быть алтарь. Но если нет, то я понятия не имею. А, вроде есть. Хорошо. Теперь нужно, чтобы там не было 5 пассивок. Ну и в идеале 5 активок тоже плохо. То есть в идеале там должны быть и активки, и пассивки. Чтобы можно было взять и бутылку, и жест утопленника. А лучше парочку. И может еще что-нибудь. Нет, не взрывайся. Во. Ну, к сожалению, не боссовский предмет. Я думаю, инфьюжн. Живучесть не помешает. Как он, кстати, на турели работает? В том плане, что, типа, если у меня полный инфьюжн, который плюс 100 хп дает, то я ставлю турели, и у них плюс 100 хп сразу? Или они за время своей жизни себе набирают доп. Хп? Если так, то это довольно бесполезно. Летящие на турелях. Смотрю, что тут еще есть поблизости.
то у меня как 1000 денег. Но тут поблизости ни хрена. Ну, вон там сундук вообще. Так что что-то есть. Жук. Рипнись. Не, не рипнулся. Я сказал, рипнись. Все равно нет. Ну ладно. Я сам не уверен, но вроде они делят твое ХП. Так как грибы всегда хилят одинаково тебя и троллят. Кстати, да. Ну ладно. Наверное, мне хватит бронепластин. Также, наверное, стоит сходить вниз. Также, буду ли я убивать торговца колючками? Может быть. Но посмотрим. Так, ну, мне нужна бутылка. Это тоник, а это... настойка, правильно? Или наоборот? Почему я их путаю вообще? Если тут еще активка, если что. Не, вроде все эти предметы пассивные. Вторая РФ. Это? Это вторая или вторая, на которую я показал? Или вторая, почти, короче, это. Да, все правильно. Да, я буду дамажить чувака. Нет, чувак, живи. Ну, на базар я больше не попаду. А, хотел вниз. А, блин, это проблема, кстати. Ну, хотя не, у меня недостаточно. Ладно. А, но это проблема в том, что если я упаду вниз, с респавнюсь наверху с одним хп, и у меня будет в этот момент активен тоник, то это меня убьет. Так что нужно аккуратно спрыгивать. Ладно. Поехали. Мне нужна батарейка? Или две? И не уверен, что еще кроме этого. Может быть, красным предметом стоит брать иммунку урону от падения, потому что... потому что иначе как-то рип. Рипуши? Вполне. Надо еще медведей. Чтоб совсем идеальные звуки. Будешь ли ты играть в Нир Репликант, когда он выйдет? А, я не уверен, что я буду его стримить или, или еще что-нибудь подобное с ним делать, но играть, наверное, да. Мне нужен крит.
Смысл в том, чтобы стоять между двух троллей в АФК, да? И вся карта умирает. На самом деле проблема такого билда в том, что бутылка сама по себе очень дамаговая. Так что как бы колючка тут особо и не нужна. Одну тролль за кругом можно поставить, кстати, да. Можно и обе. Можно и не переставлять, кстати, да. Но у них не такой радиус, так что они сюда не добивают, так что на самом деле надо переставлять. Если типа еще штук 15 колючек, то можно будет не переставлять. Но, увы, на этом уровне я не получу еще штук 15 колючек. Все еще белые шмотки. Ну, дальше крит. Все еще слишком далеко, по-моему. Да. Одной турели чуть-чуть не хватает ДПС на всяких големов. Но чуть-чуть. Все еще белые предметы. Ладно. Уже 5 штук очков. Где это вообще? Где-то. По-моему, это будет внутри. Да. Чуть не рассчитал. Когда прохождение нового ограбления Кайперика в GTA Online, что?
Почему эта локация настолько унылая? Ну ура, пошли зеленые предметы. Есть ли у меня 100% аптайм, или мне нужно еще батарейку? Мне нужно еще, а может быть и две. Аккуратно падать. Грибы это худший враг здесь, кстати, но они сейчас ничего не сделают, потому что они умирают, как только спавнится. Сегодня будет забег с рандомными предметами, когда уже андермайн, или закончился уже. А андермайн не знаю когда, но когда-то будет, наверное. А забег с рандомными предметами, может быть. Может быть, следующий. Если этот не сильно затянется. По-моему, у меня сейчас одна секунда будет без бутылки. Или что-то такое. Нет, 4 даже. Тогда мне понадобится еще 2 батарейки, может быть. Блин, как плохо без мобильности. На этой локации и на любой другой. Можно стоять и вкашить. Можно взять еще одну батарейку. Сюда я не запрыгну, а сюда тоже? Не, сюда могу. Зачем, а главное, нахрен Атоник камеру отдаляет? Тут, в принципе, много таких вопросов. Например, зачем
А другой тоник делает все синим и раздвоенным? Или зачем червь делает все красным и вырвиглазным? Ладно, может быть теперь у меня будет 100% аптайм. И он не будет эту камеру приближать обратно. Уже хорошо. Нет, или да. Блин, сколько ему батареек надо? Не, видимо, хватает. Ровно. Ну ладно. Наверное, я все-таки возьму красным предметом иммун падений. Потому что они меня могут убить. Враги меня не могут убить, потому что врагов не существует. Ну и, кстати, все-таки Natural Infusion работает так, что они за время своей жизни набирают все доп. ХП. А потом, когда их ставишь, у них снова нет доп. ХП, потому что к ним летят шары красные от инфьюжена, и... несколько секунд назад эта турель хилилась по 93. Какие еще есть хорошие варианты? Покров. Удвоение хила. Клевер. Ты говоришь, что это место уныло, но как бы ты исправил эту локацию, оставляя идею? Я бы, может, сделал меньше... Меньше этих всего клапанов. И больше спавнов врагов. Ну или как-нибудь, не знаю. Адекватнее ландшафт, чтобы эти враги могли приходить к игроку. Потому что тут в некоторых местах просто стоишь, и к тебе никто не приходит, потому что они все спавнятся где-нибудь внизу, а ты наверху, и они туда забраться просто не могут. Больше клапанов и быстрее зарядка — тоже вариант. Окей, дельта. Мне, в принципе, на третьей локе ничего не нужно. Никакой. Ну, мне нужен лут. Ну, это понятно. Ок. Да нехило. Почему у меня... на наплечных этих двигателях рога. Так, а вообще мне не хватает скорости. Прям сильно не хватает.
Так что, по крайней мере, вот так. Еще колючку. И еще колючку. Еще немножко скорости. Я думаю, 10 колючек поначалу хватит. Можно врагов? И еще чуть-чуть. Во. Адаптивный сундук. Враги не спавнится только деньги, ну, кстати, да. Смогу я красное что-нибудь поймать? Ну, в смысле... Блин, нет, это не красное. Ладно. Рип. Это было бессмысленно. Тогда поехали отсюда. Хороший босс. Я даже не знаю, по-моему, нет особого смысла брать всякие там ракеты, балалайки и прочие предметы, которые прокуют, потому что они не будут успевать. С другой стороны. А, почему нет? У меня все еще есть медицинский дрон, откуда ты, почему-то он все еще жив. Ну хотя я его дамажу по единичке. По два. Пофиг. Фига живучие вроде. А что если Митрикс все это получит? Колючки на него не работают вроде бы. Активка на него тоже не работает, в том плане, что он ее не берет, так что по сути ничего.
Сколько стоит сундук? 4000. Может быть, стоит сделать совсем минус уши. Но я не уверен, что, блин, колючка будет прокать на гол. Но с другой стороны, если она не будет прокать, то наоборот. Интереснее, потому что чуть-чуть меньше быстро будет все умирать. Менее быстро. Так что гол. Билд ужасных звуков. Нужен клевер, он тоже при звук издает, точно? Стелс-набор будет, пока я прокать? По-моему, там нужно какое-то количество урона получать на гол, посмотрим. Видимо, не будет. А, блин, у меня нет второго прыжка. Я хочу больше скорости. Ну не, по-моему, все-таки оно не прокает, когда я медведем блочу урон. И это печально. Тебе нужен хотя бы один кристалл, он тоже звуки. Идеально. По-моему, ломик тоже издает звуки. Фига. Рип. Ну, это было весело. А, медведя я взял зря. Ок. Гол какой-нибудь более нормальный ран. А, более нормальный это без артефактов, может, вообще. Или, может быть, рой. Плюс жертва. Кем мне что еще нужно открыть? Тут все открыто, тут все открыто, ну кроме скинов. Тут все открыто.
Тут нужно скинуть динохода в яму. И тут нужно найти дрона. Гон падающего двойника, он меня откроет. Ня. Капитан или Рекс? Давай, Рекс. Он не такой изи. Не знаю. По-моему, они оба довольно изи. Хорошо. Ну да, в этом варианте, что у меня предметы с врагов и врагов в два раза больше. Нет смысла что-либо делать на уровнях, кроме как бежать сразу к телепорту. Может быть, вокруг него чуть-чуть фармить. Но типа обыскивать уровни смысла особого нет. Кроме как, если мне хочется на базар. А кто самый сложный, кроме наемника? Он не играбельный? Нет, наемник вполне играбельный. Но он хуже остальных поначалу. Ну и то, с дефолтными обилками он не особо играбелен. С анвочными он намного лучше. Даже сразу. Инженер с дефолтными обилками на Мансуне вообще не играбельный. И это печально. Потому что турели рипаются. А все остальное тоже ничего особо не делает. Дефолтные мины просто ничего не делают. А что у него там еще вообще есть? Дефолтный щит тоже просто ничего не делает. Блин, как вас много. Можно мне в этот ран тоже колючку? По крайней мере, чтобы избавляться от всего вот этого вот. Так, ну ладно, мне не нужен баннер, мне не нужно мясо, мне не нужно... Мне нужна брошь. И я могу вместо всего этого там сделать крит себя. Хорошее начало. Хочу ли я когда-то на базар? Не уверен. О, браслет. Блин, можно чуть-чуть меньше виспов? Фига. Так, ну я хочу хорошую активку. Как минимум. Потому что каталист в втором уровне.
Я слышу где-то предмет. Но я не уверен, с чего бы, потому что врагов я в этот момент не убивал. Нужен куб, чтобы пихать чайники в яму. Ну, кстати, да, нужен. Ну, вот тут нету. Проблема в том, что активки тоже с врагов падают, и они это делают довольно нечасто. О, еще один шрайн. Тройной босс. Найти бы его еще. Шесть боссов или огромная куча элитников. Ну да, кстати. Класс. Нет. Блин, рип. Почему он начал взрываться? Я его не настолько продамажил. Ну вот, это было хорошее начало. А потом один из них начал взрываться не вовремя, когда я пытался и так убежать, но, блин, убежать некуда, потому что укрытий с той стороны вообще нет. Ладно. А вот там код артефакта, его очень с трудом можно разглядеть отсюда. Но лучше это делать с каким-нибудь полетом, чтобы просто подлететь поближе туда. На грипп, не. Баннер тоже не. Блин, ран так хорошо начался, а потом куча вагрантов в очень неудобном месте. И один из них не вовремя начал взрываться. И все. Окей. Я бы хотел не умирать. Но нет. Что меня? А, висп меня вообще сдамажили, ясно. Это было бы тоже очень хорошим началом. Потому что висп... плюс в два раза больше врагов, но с меньшим хп, это значит, что они будут очень неплохо защищаться этим. Это хорошо. Сейчас там надропается пачка предметов. Как-то не знаю, нафига мне мясо.
Это немножко не то, куда я хотел. Блин, только одного зацепило. Нет. Почему этот shift настолько неуправляем? Если бы чуть дальше был, то меня бы откинуло сильнее вперед. Это было бы полезно. Оптимизированная четко, прям киберпанк. Ну, игра не справляется с такими толпами врагов. Иногда. Окей, неплохие предметы. Не надо меня так откидывать. Ну, кстати, реально, что происходит? Секунду. Почему оно происходит? Не уверен. Мобы, зачем вас столько? Теперь у меня будет жук. И теперь у меня будет немножко больше мобильности. И теперь у меня будет еще огромная толпа жуков. Там дрон какой-то. Жука у меня два, потому что удвоенные мобы. Класс. Ладно, я пойду. Так, ну мне сюда нужно было инженером, но инженером... Увы. Но зато я могу... сдать мясо и баннер. Я мог бы сдать жуков, но пофиг, пусть будут. Чайник в яму, да. Но это нужно, чтобы чайник заспавнился боссом.
Может ли он боевого шрайна? Наверное, не так рано. Зато, блин, Грейтер Висп помогут. О, бензин, батарейка. Тут ивент на только Виспу, что ли? Хотя не, вон там еще мобы. Колечку бы, да. Ну, когда-нибудь выпадет. А телепорт слишком далеко от ям. Ну и босс, естественно, титан. Я ни разу не видел, играя за Рекса, босса на акведуке чайник. Просто ни разу. Это все время либо титан, либо королева. То вот это вот вполне неплохо. Теперь у меня есть АВЕ. Чуть-чуть. Иногда. И стал чуть-чуть иногда. Там адаптивный сундук или что? Не. Ну это тоже неплохо. Я бы хотел... Утилизатор, он был в начале уровня. Потому что я не хочу всякие балалайки потратить на колючку. То вот эта вот книжка ничего не делает в этом режиме, деньги в нем никуда не нужны. Это, в принципе, ничего особо не делает. И норм. Две колючки. Наплечник, в принципе, тоже можно сдать, он слишком редко прокает. Ой, я вижу там копыта. Да. Во. Одна кнопка. Получается, он когда тратит хп, это равно получению урона и триггерит проволоку, да? Должно, по крайней мере. Плюс скорость. Это не нужно.
Это браслет? Может быть? Может быть, если есть утилизатор, то, наверное, не помешает. Главное не забыть, что оно тут имеется. А. Окей, это хорошо. Чуваки, идите нафиг. Колючка по всяким виспам часто прокает наплечник. Что типа я убиваю толпу врагов сразу. Что за артефакт сейчас активный у тебя? Лут с врагов и в два раза больше врагов. Что? Браслетка? Стоп, а сверху был другой? Вроде да, Кьяра это огненный. А сверху был, по-моему, ледяной. И хп у этих врагов снижено? Ну, да. Врагов в два раза больше, но у них меньше хп. Блин, вот можно было на прошлом уровне вот это вот? Гильотина, скорострельность. А, меня заморозил. Мне явно нужен утилизатор. Так что я еще побегаю по уровню. После телепорт. Один браслет есть. Может быть, мне не настолько нужен утилизатор. Еще скорострельность, ломик. Неплохо. Но все равно чуть-чуть побегу. Утилизатор есть? Тогда вообще хорошо. Так, что мне не нужно? Грибы. Фейерверки. Это тоже не нужно. Гильотину, наверное, стоит оставить. Зубы, наверное, пока что тоже можно оставить. Генератор щита не нужен. Думаю, так. Там что? Мясо? Зеленый я ничего так и не сдал. Наверное, я все-таки сдам гильотину. И пойду сделаю себе второй браслет. Норм. И можно сваливать.
Окей, тут тоже есть утилизатор. А можно немножко? Ну хотя, да, их два. Потому что удвоенные мобы. Хотел сказать, а можно немножко меньше боссов со старта, но... А, нет, я не хочу тут быть. Ок. Надо было наплечник сдавать. Будем ли трогать Митрикс с этим артефактом? Кстати, можно. Его там будет два. Но это не делает его сильно сложнее на самом деле. Еще бы артефакт на Friendly Fire, чтобы Митриксы друг друга убивали. Но увы. Так, вообще, наверное, я пойду сразу в телепорт, потому что за телепорт я накоплю 1000. Он в пещере? Не, он наверху. Митрикс, Митрикса, кстати, очень эффективно убивает в четвертой фазе. Он в любой фазе себя очень эффективно убивает. О, нет. Пожалуй, тут постою. Кальмаровый полип. Мне нечем его прокать в этом ране. Потому что он прокается при активации объектов. То есть, когда я сундуки всякие открываю, но тут нет сундуков. Ну, почти нет сундуков. То есть Кофрайн 2 должен был быть на месте Хейдис на Game Awards? Ну... Кому вообще не пофиг Game Awards? Покажите мне этих людей. Трай со всеми артефактами еще не было, всех артефактов еще не было, потому что они у меня нифига не открыты. Так, надо как-то хилиться. Прям совсем надо. О, медведь. Хорошо. Окей, это мои жуки. Еще скорострельность класс. Хорошо, сгусток. Вот этот? Не, не вот этот, один. Н
Ладно. Я все-таки надеялся на большее количество чего-нибудь. И чтобы оно мне дропнуло еще там предмет другой. Как все-таки чувствуется артефакт Роя, с ним как-то подинамичнее выходит, как по мне. Не приходится так уж часто фокусить на одном вроде внимания. Да, но при этом FPS куда-то девается. И это нехорошо. О! Окей. Плюс АОЕ. На самом деле не очень. О, активка. Совершенно бесполезно. Почему у этого шифта настолько большой кулдаун? Типа я бы понял 3 или 4 секунды, но блин 6, он ничего не делает полезного. У охотницы у Дэша, по-моему, примерно такой же кулдаун. Ок, у меня такого не было? У меня такого не было. Предмет там не то, чтобы прям особо полезный. Ускорение при использовании активки. На 8 секунд или 4, что-то такое. Плюс ужасные звуки при использовании этой активки. Так что это еще один предмет для раны с ужасными звуками. А, можно? Где тут код от артефакта? Типа здесь? Да, видимо. Ну, на самом деле активка помогла. Twitch RIP. Видимо, да, кстати, слегка. Обычно такое проходит через какое-то время, так что давайте, может, перерыв 5 минут. Тогда так. А потом продолжим. Ну, оно все еще ни хрена не починилось. Так что, наверное, я попробую стрим перезапустить. Сменить сервак Twitch, там роутер перепнуть или еще что-нибудь такое сделать. Так что на несколько минут еще в офлайн. А потом потом продолжим. Или оно починилось? Потому что сейчас оно работает, как только я начал говорить. Ну ладно. Надо было всего лишь устроить перерыв и закончить перерыв, видимо. Ну тогда просто продолжаем. А, ок. Так, это нужно убрать. Это нужно запустить наоборот. Если будет дропаться, пишите. И если будет дропаться, то я все-таки что-нибудь сделаю, типа пну роутер. Ну ладно. В общем, поехали на следующий уровень. Вроде бы тут я все сделал. Блин, это надо было взять. Это надо было заметить до того, как я вышел с уровня. Ну ладно, пофиг. А кто здесь? Черви? Ок. А можно мне толпу слабых врагов лучше? Потому что с них как-то чаще дропаются вещи. По-моему. То есть нет, с червей они как бы технически чаще дропаются. Что с червя шанс дропа выше. Ну, во-первых, с червя они дропаются, по-моему, в половине случаев под карту куда-нибудь.
Во-вторых, черви просто бесит. Ну окей. А, нет, не надо меня скидывать в пропасть, блин. Ненавижу эту хрень. Наверное, я хочу просто к телепорту активировать его, пройти и пойти к артефактам. Также там есть 3D принтер с перьями, это хорошо. Тут есть 3D принтер с кристаллами, это не настолько хорошо. И утилизатор тоже есть. Но если бы еще предметы падали хотя бы иногда. А там... там что-то, что не пингуется. Ладно. Ну, хотя бы один двойной прыжок у меня будет. Ракеты. Блин, у меня нет зеленых предметов, которые я бы хотел утилизировать. Это немножко мешает. Ну, может, сейчас у меня будут зеленые предметы, конечно. Мне как-то очень не хватает выживаемости, на самом деле, в плане предметов, которые меня хилят. Хотелось бы там какую-нибудь косу или пару аптечек. Или еще что-нибудь. А. Также было бы неплохо, если бы рандомные боссы с другого конца локации сюда не прилетали. Черв, иди нафиг. Ладно, телепорт закончился. В итоге я почти ничего хорошего не получил, но, в принципе, охрану штучку можно разменять. Утилизировать. И взять ракету вместо нее. Ой, еще скорострельность. И энергетик. Класс. И еще один браслет. Еще огромная толпа грибов. Жаль, с них ничего.
и так. А, и в принципе я мог бы два пера сдать и одно из них обратно запринтить. Но три прыжка лучше, чем два прыжка, так что я не буду. Окей, это печально. Ох, там может быть и нет. Это чуть-чуть печально. Но зато плюс очки. И плюс инфьюжн. И плюс ракета. Так, тут абсолютно ни хрена. А тут надо что-то вводить. Так, интересно, что из этого я не вводил. Но вроде такого еще не было. Или было. Я не помню. Правильно набрал или что? Так. Видимо. Секунду. А, я идиот. Да, я действительно неправильно набираю, потому что там, блин, треугольник внизу. И это... Хрупкость урон падения удваивается, становится смертельным. Нет, только не это. Я не выйду с этой локи. Надо такой погрузчице открывать. Особенно я не выйду с этой локи, если учесть, что мне тут придется убивать врагов самостоятельно.
У меня нет всяких турелей и прочего. А врагов тут много. Но также тут не идет время, зато дропается лут. Окей, еще инфьюжн, неплохо. На самом деле у меня есть несколько двойных прыжков, так что в принципе все терпимо. О, гильотина. Балалайка еще одна. Медузы нет. Зачем вас столько? О, вот вас зачем столько? Это тоже вопрос. Кальмар. Можно мне все-таки ключ от артефакта еще один? Когда-нибудь. Гигантская пиявка — это лейфрич. 100% или около того. На несколько секунд. И это неплохо помогает хилиться, но это не очень помогает убивать. Ну, наверное, это лучше, чем то, что у меня. Надо только не забывать ее юзать. Типа пробили до лоха, поображал кью. Отхилился. Ага, я вижу ключ. Да умри ты уже, блин. Спонсор — это не то, что мне нужно. Дрона убьют примерно мгновенно, так что я зря его оживил. Да пофиг. Фига, медуз. Окей, ура. Я ненавижу эту локацию. Спонсор, бери, деньги не нужны же. Кстати, да. Он тратит деньги, но дамажит. И он включается, выключается на кью. Ему не помогает батарейка, это основная причина его не брать, наверное. Если иметь корону. И даже не одну, можно состоянить пулемет бесконечно, пока он дамажит. По-моему, там одной не хватает. А типа нужно две минимум.
Ну и для этого нужно не получать урон. Рексом корона — это прям худший вариант. В принципе, потому что когда я жму правую кнопку или R, я буду терять кучу денег. Пулемет остается включенным, то есть он продолжает стрелять. Как только у меня... Как бы он заново начинает стрелять, как только у меня появляются деньги. Это неплохо. Лунар — это тоже вполне неплохо. Но также я хочу телепорт, вон он. Огромная пачка титанов. Нет, не надо меня подбрасывать. Окей. Хлыст не особенно нужен, слон тем более. Чувак, который дает всем стелс, это вообще ужасно. Здоровье, реген и броня. Поздновато, но пусть будет. Висп — это шикарно. Энергетик еще. Еще один. Или первый, вроде еще один. Это тоже неплохо. Еще больше скорости. Защита во время спринта, но я потом возьму. Окей. Книжка на деньги не нужна. Еще наплечный берсерк тоже не очень. Энергощит тоже вообще не нужен. Можно поискать утилизатор там. Что? Трехгранный кинжал. Это нужно. Это прям совсем нужно. Там был кристалл. Блин, это опять не та генерация этой луки, на которой можно под артефакт найти. Сколько у моей атаки прок коэффициент? Вроде меньше единиц. Но я не помню, так что я все равно 7 ножей возьму. Эти турели. Ладно. Тут еще что-то. Брошь. Уже вторая. Всяких утилизаторов не видно.
Рок-коэффициент 3.05. То есть мне нужно 14. Кинжалов. Ну я столько все равно не могу сделать. Так что пофиг. Я мог бы столько сделать, если бы на этой локации был утилизатор, но его, увы, нет. Я думаю, пулемет по одной монетке будет стрелять. На первом уровне стреляет по одной, но со временем и со сложностью скейлится. Как и сундуки, как и все остальное, связанное с деньгами в этой игре. Ладно. Там баннер? Да. Не нужен. А там... генератор щита еще больше не нужен. А. Наверное, я открою черный рынок, базар. Если он тут есть, но его тут нет. Ну, где-нибудь тут он, может быть, есть. Но не здесь конкретно. Еще один спонсор. Фейерверки не очень помогают. С такими артефактами не особенно много интерактивных предметов на уровнях. Ну, хотя немножко есть. Тут нету возможности запрыгнуть, там тоже нет алтаря. Есть. Ладно. Телепорт. И все, изи. А, нет, заморозка. Как я в нее влетел. Стелс на борде, летина, баннер, все как-то трэшево. FPS тоже куда-то девается. Генератор щита еще один. На самом деле он Рексу не мешает, потому что у меня и так нет защиты от ваншотов, потому что я себя дамажу. А. Так,
Так, я, пожалуй, отбегу куда-нибудь. А то там слишком мясо. Почему тут такие толпы големов? Можно других врагов иногда? На самом деле, тот факт, что я размножал кинжалы всего лишь до 7, это был хитрый план. Потому что дальше мне явно будут дропаться кинжалы. Чтобы их потом впустую не подбирать. Я изначально набрал недостаточно. Короче, так задумано. По-моему, у меня все-таки лучше все было раньше с FPS. Я буду слегка винить в этом апдейт драйверов, который был типа вчера или позавчера. Потому что кроме этого ничего не менялось. Так, а можно... Опс, не падать, во-первых. Ну не, не падать нельзя. А во-вторых, утилизатор где-нибудь. Медуза — это не утилизатор. Это совершенно разные вещи. Его алтаря внизу скринил код? Да. О. Это, конечно, тоже не утилизатор, но это вполне неплохо. А это третий кальмар? Нет, второй кальмар. Ну, третий, потому что я одного сдавал. Оказалось, у меня их все равно было два. После того, как я одного сдавал. Ладно. Честно говоря, не помню, чтобы Roar 2 у меня лаговый фризил с тех пор, как я ПК обновил. Игра очень хорошо оптимизирована, чтобы тут не происходило. Ну не, когда тут совсем мясо происходит. То бывают проблемы. Ну ладно. Увы, утилизаторов нет, иначе я бы сдал всякие ромашки, книжки, стелс-наборы и все такое, и, может быть, взял бы что-нибудь полезное вместо них на базаре. Например, диск или хилки, но нет, это и другое мне не особенно нужно. Я могу взять РФ, опять же. Он будет нормально работать, хотя с броней он будет работать лучше, а брони у меня нет. Я явно хочу взять это. Пусть будет. Я хочу это взять, но я не уверен, что сейчас подходящее время, потому что... Если я самоубиваюсь на следующем уровне, то я самоубиваюсь на следующем уровне. Это мне поможет на один уровень. Но, наверное, я все-таки пойду дальше. Если бы тут были бусы, то я бы пошел на босса снова.
А так, поехали, может, еще один артефакт откроем или Митрикса убьем. Так, ну здесь утилизатор есть, это неплохо. Зубы. Блин, а можно чуть меньше этих пауков? Не, не достал, блин. Я надеялся, он ваншотнет босс. О, а вот это нужно. И вот это вот нужно. А как у меня мало хп. Опасно. Я не знаю, что происходит. Но что-то рипается. В том числе я. Окей, еще была лайка, ключ. Огромная толпа големов. Естественно, куда без этого. Почему я иногда в себя попадаю пулеметом? По-моему, это не так должно работать. А, я ничего не вижу, все синее. Все, враги кончились. Окей. Ну, теперь можно пойти и сдать всякие вещи. Вот это вот мне явно не нужно. Грибы тоже. Книжка тоже. Кальмаров, наверное, тоже сдам.
и ромашки. Набор. Ракеты. Которые фейерверки. Кальмары. Вроде норм. О, череп. Он у меня даже будет прокать вроде бы. У меня два дебафа есть, один с серой, один с левой кнопки вроде. И помимо этого... Блид. И помимо этого бензин. Так что она, по крайней мере, иногда будет прокать. Хроноштучку нужно, и тогда она будет чаще прокать. Но я свою разобрал. Так, какой портал? Какой? Синий. Божественный, мне в синий. Пока что. Надо было еще аптечку мастер сканировать. Ах, это три норм. А можно что-нибудь полезное? Видимо, нельзя. Я слышу электрочервя, и мне это не нравится. Двух, ну, логично, да. Я постоянно удивляюсь, что о, два крутых противника, когда у меня артефакт, что все враги удваиваются. Каменный титан. До хрена штук. Уже сильно меньше. Класс. Оп. Я ничего не вижу. И я мертв. Почему тут так карта сделана, что ни хрена не видно, когда в этот угол заходишь? Какого хрена? Ну ладно. Это был веселый ран, но у меня не было хила, и меня убил угол карты, в котором ничего не видно. Ок. Ну и также меня убили два базара подряд, на которых абсолютно ничего полезного нет. Но зато весело, и зато еще один артефакт открыли. Ну ок. А что у меня вообще не открыто? У меня не открыт предмет за прохождение игры на Мансуне, то есть нужно убить... убить Митрикса. И у меня не открыты две билки. Одна у Рекса, одна у Капитана. И то, и другое рандом. Типа, когда мне попадется в Акведуке чайник, то я получу эту ачивку. Этот анлок. Но он не попадается. То же самое за Капитана. Потому что с этим особо проблем нет. Ну да. Что поделать?
Испытания, смотри же, там и артефакты. В смысле, здесь? Ну, оно не пишет, какие именно, наверное. Не уверен. Ну и тут всякое мастерство еще, которое понятно. Точнее, оно пишет, какие именно, но оно не пишет, какие у них коды. Но по сути... 7 артефактов еще. Всем, блядь, смотрю Ваймс и понимаю, за что он любит игры, но Киберпанк зря хейтит баги багами, но масштаб для сингловой игры отличный. Но нет. Там сюжет отличный. Может быть. Абсолютно все остальное там трэшевое. Оно хуже, чем, блин, в большинстве похожих игр. Просто тупо, если отбросить сюжет и сюжетную составляющую, то какой-нибудь Assassin's Creed или еще что-нибудь подобное значительно лучше, хотя тоже хрень. В плане открытого мира, в плане итемизации, в плане... возможности что-либо делать в этом открытом мире. В плане производительности, удивительно. И в плане отсутствия багов. В плане геймплея, в принципе, и боевки. Стрельба в последних двух Деусах мусор. Она там в миллион раз лучше, чем в Киберпанке. Как бы да, мусор. Но в принципе она там функциональный. Для игры этого хватает. В Киберпанке нет, в Киберпанке не функциональная боевка. Ну да. Запись вчерашнего стрима сегодня на Твиче будет. Ну, на Твиче она есть, а на Ютубе она будет когда-нибудь немножко позже, наверное. Я не успел ее оформить и все такое. Она не успела догрузиться вообще до начала этого... Ну, обработаться Ютубом до начала этого стрима. Так что, если она сейчас уже успела обработаться, то через полчасика будет. Если нет, то когда успеет. А, ну да. Так, на сегодня на этом все, наверное. Потому что еще один ран я начинать не хочу, это будет слишком долго. Я надеюсь, вам понравился этот стрим. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.